يا مجيب الدعوات Ассаламу алейкум и рахматуллах. Уважаемые наши телезрители, приветствуем вас на нашем телеканале Ахади ТВ3. И вновь поздравляем вас с этим прекрасным месяцем, месяцем Рамазан. Наши темы посвящены проповеди посланника Аллаха об этом месяце. И у нас вновь в гостях уважаемый хаджат алисламу аль шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Алейкум ассаламу рахматуллах. أعزائي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المأصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Ади ТВ-3. Мы остановились на речи его светлости пророка Мухаммада, саллаху алейхи, ва алейхи ва салям, где он говорил «Айюханнас анна анфусакум мархунатун би «О люди, поистине ваши души являются заложниками ваших собственных деяний». «Так освобождайте собственные души». Ос освобождайте свои души посредством покаяния, посредством э, прощения, э, покаяния перед Богом. Вазухурукум сакилатун мин аузарикум. И ваши спины перегружены вашими грехами. Так освободите, освободите себя, э, уменьшите груз посредством длительных земных поклонов. Мы здесь в конце прошлой нашей встречи указали на то, что говоря «зухурукум сакилатун <зуху> мин <шу> аузарикум», то есть ваши спины перегружены вашими грехами, его светлость пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи как мы прекрасно знаем, обращается к своим сподвижникам. И мы указали на один очень важный момент, заключающийся в том, что большинство мусульман, те люди, которых мы обычно называем суннитами, и которых принято называть суннитами, эти люди, они к сподвижникам имеют особое отношение. На практике они относятся к ним как к непорочным. Хотя в теории у них нет доводов, и не хватает смелости это признать и придерживаться этого. То есть они не могут сказать, что наши все сподвижники пророка, саллаллаху алейхи являются непорочными. Они этого сказать не могут и не говорят этого потому что у них нет довода, нет оснований. Вообще само это, сама эта теория, само это предложение является довольно-таки абсурдным. И поэтому они этого, конечно, исповедовать не могут. Но в, на практике на самом деле так себя и ведут. То есть ведут себя именно таким образом. Ведут себя именно таким образом, как будто все сподвижники были безгрешными. Почему мы говорим, что они так себя ведут? Потому что все, что до них доходит от сподвижников. Те примеры, которые подают им сподвижники, то, что они видят в, в поступках, в поведении сподвижников, они принимают как пример для подражания. Мы, мы знаем, что в Коране сказано, что его святый пророк Мухаммад, саллаллаху является прекрасным примером для подражания. Но сказано ли то? Есть ли у нас доводы, что таковыми являются все сподвижники? Нет. У нас нет абсолютно никаких доводов, никаких доказательств, что они являются примерами для подражания. Почему? Да потому что они грешные. Ваши спины перегружены вашими грехами, говорит его святый пророк Мухаммад. Помимо посланника слов, помимо слов посланника Аллаха, также мы видим в истории, какие дни да они творили. История также свидетельствует об этом, и никто этого не отрицает, и отрицать не может. Не может сказать, что нет, эти факты являются вымышленными. Ну, например, вот, обратите внимание, очень интересный факт из истории, очень довольно-таки интересное явление историческое, заключающееся в том, что человек по имени Муавия ибн Абусуфьян, который считается этими же людьми, большинство мусульман считается халифом, халифом мусульман, и что значит халиф, я просто хочу разъяснить. Халиф значит наместник посланника Бога. То есть это тот человек, который замечал посланника Бога. Но давайте посмотрим, кем он являлся в истории. Конечно же, современная пропаганда большинства мусульман, которые предпочитают закрывать на исторические факты глаза, они считают, что они, ну, современная пропаганда вот эта вот, она преподносит этого человека как очень праведного и приписывают ему какие-то достоинства, говорят, что он был писцом, его светлость, пророк Мухаммад, то есть он записывал откровения, писцом откровения его называют. Хотя в истории мы видим, что он не то что не является писцом откровения, он не может быть писцом откровения. Почему? Потому что, обратите внимание, в истории, согласно истории, это подтвержден факт, и нет ни одного человека, который осмелился бы этот факт опровергать, никто не осмелится. Потому что это общеизвестный факт, который констатирован и передан во многих священных текстах. Этот факт заключается в том, что э, если его святость с Пророком Мухаммад, ва салям, проповедовал э, два десятилетия, два десятилетия пытался э, донести до людей ислам, то этот человек, которого зовут Муавия ибн Абу Суфьян, принял ислам только в последний, последний год проповеди его светлости. То есть через год после того, как Муавия Ибн Абу Суфьян принял ислам. Его светлость Пророк Мухаммад studio, ушел из жизни примерно через год. Где-то год прошел. Decorative. То есть всего лишь год он был видел Посланника Аллаха. <Transform> да, то есть он всего лишь год был мусульманином mm. <concurrent> <performing> во времена его светлости Пророка Мухаммада Ну, а что он делал до этого? Он просто сидел, ждал. Он просто не знал, что происходит. Он не слышал речи Пророка или не был знаком с исламом? Да ничего подобного. Этот человек на протяжении двух десятилетий с мечом в руках сражался с мусульманами, убивал мусульман, грабил мусульман, отнимал у них имущество, отнимал у им них свободу, подвергал их пыткам. Абсолютно невинных людей. Женщин, детей, стариков и так далее. Так как мы знаем, что мушрики, многобожники, мекки, они как раз... Именно эту категорию людей и мучили самых беззащитных, потому что более-менее сильные люди, которые могли за себя постоять, они, как правило, избегали давления с их стороны, избегали притеснения с их стороны. Так вот, этот человек, который всю жизнь убивал, грабил, пытал мусульман, он принял ислам в последний год жизни его святости Пророка Мухаммада, и как принял? Принял вынужденно был вынужден принять. Он сражался до последнего, пока не проиграл. А проиграв, заработал прощение, приняв ислам. Уважаемый Гурбан, а по какой причине он, э, посланик Аллах, прощает таких людей, как Муавия? Да, то есть мы видим, что с одной стороны эти люди причиняли огромное множество страданий мусульманам, совершили множество преступлений самых тяжелейших преступлений. Но с другой стороны видим, что его светлость Пророк Мухаммад саллаллаху простила его и ему подобных, как только они приняли ислам. Это говорит о том, что его светлость был очень дальновидным человеком. Он таким образом обезоружил всех своих противников и дал им возможность, дал им возможность принять ислам. И таким образом его светлость Пророк Мухаммад саллаллаху таким образом его светлость смог и Ему удалось превратить весь аравийский полуостров, который много, мно, многие годы проповедовало Многобожие, превратить этот полуостров в ислам за очень короткое время. И то, что это было чудом, многие признают. То есть многие историки объясняют и относятся к этому явлению как к чуду, что его светлости удалось за очень короткое время весь аравийский полуостров превратить в мусульман. И, и дело здесь не в том, что эти люди заслужили эти, это прощение, ничего подобного. Их ждет, их ждало в судный день тяжелейшее наказание за все их преступления. А то, что его Светло сделал, было просто э, неким дальновидным политическим шагом, которое было нацелено на то, чтобы укрепить, сохранить и в будущем распространить ислам и его влияние. Извините, уважаемый человек, Гурбан, а как же после посланника Аллаха, мы видим, он также продолжал сражаться с сторонниками посланника Аллаха, там, со таким как имам Аля, Салам, на битвы, где он сражался против имама Да, но все равно, все же он творил фитну, смуту, совершал, не прекратил, естественно, совершать свои преступления, продолжил свой коварный план, но при этом все, все равно все же не, не будем забывать что он делал все от, от имени ислама он делал это как мусульманин даже более того преподносил себя как очень набожный праведный мусульманин это говорит о том что влияние ислама укрепилось с помощью этого да были сложности которых невозможно было избежать которых э, ислам не избежал его светло сделал все чтобы избежать но избежать не удалось таким образом мы видим что э, с одной стороны эти люди сунниты, большинство мусульман. Я когда говорю большинство мусульман, я обычно подразумеваю именно суннитов, и поэтому это название обычно я не произношу, предпочитаю говорить большинство мусульман. Так вот, это, это большинство мусульман, оно в идеологии не принимает этих сподвижников как непорочных, но при этом на практике относится как именно к непорочным, даже к такому человеку, как Муавия Ибн Абусуфьян, который десятилетиями убивал, мучил, пытал мусульман. И даже более того превозносят его, называют птицем дяди верующий, пти, пти, птицем откровения, называют его повелителем верующих, считают его наместником Бога, наместником посланника Бога, халифом его считают. То есть это все является свидетельством о том, что они на практике, и даже более того, если они услышат некое предание, передаваемое от него, или услышат, что он совершал то или иное деяние, они тут же воспримут это как пример для подражания для себя и будут даже использовать в качестве довода, в качестве доказательства. И более ярким примером являются и нек некие другие люди, например, второй халиф, который был многобожником, или первый халиф, который был многобожником. Или Талх и Зубер, которые в конце жизни начали воевать против сподвижников например, да, то есть здесь, ну это не такие яркие примеры, на самом деле, как пример с первым и вторым э, халифами, которые были долгое время многобожниками, но при этом стали примерами для подражания, стали эталонами для большинства мусульман, что, конечно же, противоречие. То есть эти его слова, слова его светлости пророка Мухаммада саллаллаху алейхи саллах, Ваши спины перегружены грехами. Это свидетельствует о том, что этот подход к сподвижникам, к окружению пророка Мухаммада, алейхи он является неадекватным подходом. Спасибо, Шайк Гурбан. Мы должны прерваться на небольшую паузу, после которой продолжим. Уважаемые телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, после которой продолжим данную тему. يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات Уважаемые телезрители, мы прервались на небольшую паузу. Шей Гурбан, мы говорили о сподвижниках, то, что их не спины перегружены грехами. Да. Но вернемся чуть-чуть к началу этого предложения. Его светлость говорил следующее. Юханнас, анна анфусакум тумбия О, люди, ваши души являются заложниками ваших деяний. Так освободите свои души посредством прощения, посредством того, чтобы просить Бога о прощении и сокрытии грехов. То есть посредством покаяния перед Богом. Освободите свои души посредством покаяния перед Богом. Здесь слово, используем слово «мархунатун», то есть то, что я перевел как «заложник» являются заложниками ваших деяний, вашей души являются заложниками ваших деяний. Однокоренное слово использовано также в аятах священного Корана, например, 52 сура, 21 аят, сказано, что куллюмриин бима кесаба рахину. Рахин, мархуна являются однокоренными словами. То есть в этом аяте, 21-м аяте, 52-й суры говорится: «Куль-люмри-ин бима кесаба То есть каждый человек является заложником того, что он заработал, заложником того, что он заработал. И то же самое, подобный аят мы имеем, то есть имеется и другой подобный аят, например, 38-й аят. 74-й суры, 38-й от 74-й суры, в этом аяте сказано, «Колю нафсин бима кесабет рахинату, ну практически то же самое, «Колю нафсин бима кесабет рахинату, то есть каждая душа является заложником того, что он заработал. заработал. Здесь имеется в виду, естественно, последствия деяния, то есть человек совершает какой-то поступок, и этот поступок приводит к определенным результатам. Эти, эти, результаты являются тем, что в аяте названо ма кесабе или ма кесабет, то есть то, что заработано человеком. Это результаты следствия его деяний. И об этом свидетельствует также то, что сказано в этом, в этой проповеди, в этой речи его светлости Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва Обратите внимание, здесь сказано, то есть ваши души являются заложником ваших деяний. А в аяте сказано «куллюмри ин бима кесаба рахинун» или «куллю навсин бима кесабат рахинатун». То есть человек, каждая душа, каждый человек является заложником того, что он соверш... заработал. А в поведи сказано «является заложником собственных деяний». Значит, так понимается, что в аяте, когда говорится, что Заработал под этим заработанным, приобретенным. Можно перевести как приобретенное. Заработанное, возможно, быть, возможно, не совсем точный перевод, учитывая тот оттенок, который имеется в этом слове. Приобретенное. То есть каждый человек, каждая душа является заложником того, что он приобрел. Или она приобрела, душа. И что это приобретенное? Это деяние. То есть, другими словами, как сказано в, этом, в этой проповеди, каждая душа является заложником того, что он совершил, того, что она, эта душа совершила. Но здесь я хочу на один очень важный момент обратить внимание. То, что Рахина, и мы переводим как заложник, то есть залог переводим. Но точный перевод, если быть более точным, когда используется слово «рахн», например, когда человек берет что-либо, но взамен оставляет какой-то залог. Вот этот залог называется рахном обычно. Да? То есть, как мы можем в данном контексте понимать это слово, то, что его светлость применила это слово, или же однокоренной с этим слово, или же в аятах Корана это слово применено. Можем понимать следующим образом. Когда человек совершает какое-то деяние, ну, Во-первых, начнем с того, что рахн, мархуна, рахина, рахин, все эти слова, которые происходят от трех раха, нун, вот этого корня происходят, они имеют отрицательный оттенок. Все эти слова имеют отрицательный оттенок. То есть это является чем-то отрицательным, это не является чем-то положительным. То есть когда мы говорим, такой-то человек заложником является или такая-то вещь является залогом, мы же не говорим, что это хорошо, что это является чем-то положительным и чему стоит радоваться. Ничего подобного. Это наоборот имеет нечто отрицательное. Имеет отрицательный оттенок. И в связи с этим возникает вопрос. Возникает следующий, следующий логический вопрос, заключающийся в следующем. Все ли деяния приводят к этому, или же только некоторые деяния приводят к этому? То есть, другими словами, и хорошие, и хорошие, и плохие деяния приводят к тому, что человек является заложником своих деяний. Или же только вот это вот, вот, заложничество является результатом плохих, плохих деяний. То есть в этом вопрос. Почему мы этим вопросом задаемся? Потому что если говорить о хороших деяниях, то как же он является заложником что, в свою очередь, является чем-то отрицательным. Ведь хорошие деяния к чему-то отрицательному привести не могут. В связи с этим, мы, задавшись этим вопросом, я, в общем-то, интересовался, попытался найти ответ на это, но, к сожалению, какого-то четкого, ясного ответа не нашел. Почему? Почему Бог здесь говорит «Рахинату»? Если мы Говорим о всех деяниях, то ведь и хорошие деяния человек совершает. Единственное, что мне приходит в голову в данном случае, как я уже сказал, я посмотрел практически очень много, по крайней мере, толкований священного Корана, в том числе и современные толкования, которые вот написаны буквально, можно сказать, несколько месяцев назад, даже даже меньше месяца назад, труды совсем свежие, какого-то четкого ясного ответа. К сожалению, не обнаружил. И единственное, что мне приходит в голову, так это то, что а, даже когда человек совершает нечто хорошее, он вынужден принимать последствия собственного деяния. То есть он не избавлен от последствий собственного деяния. В ней зависимости от того, хорошее деяние человек совершает или плохи, плохое деяние человек совершает. Он в любом случае столкнется с результатом собственного деяния. Увидит итог этих деяний. Увидит итог этих деяний. И, конечно, эта вынужденность, не, не всякого сомнения, является чем-то отрицательным для человека, потому что он не имеет выбора. Он лишен в данном случае выбора, совершив деяние, он, он уже заложник этого деяния. Он должен подчиняться. Если хорошее деяние, то он получит нечто хорошее взамен. Если плохое деяние, то получит нечто плохое взамен. Возможно, из-за этого Всевышний. В Коране и его светлость Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи в этой проповеди использовали это слово, которое имеет отрицательный оттенок. Возможно, из-за этого. Но также наряду с этим приходит нечто другое в голову. А именно то, что все-таки под мааликом и бима кесаба или бима кесаба, то есть под деяниями, здесь все-таки подразумеваются именно плохие деяния. То есть деяния, которые являются плохими и приводит есть... к определенным плохим результатам. Возможно, из... но это толкование немножко далекое с учетом аятов, которые были перечислены, потому что в аят... воятах нет никаких указаний на то, что речь идет именно о плохих деяниях. Там сказано в общем, ин бима каждый человек заложник того, что он совершил, или бима каждая душа является заложником того, что совершил. Того, что совершил, не сказано некоторых. Деяния, которые совершаются. То есть сказано все деяния, не сказано некоторые деяния. Поэтому это толкование, второе толкование немножко из аятов не исходит, то есть из аятов это понять невозможно. Но с, с учетом проповеди, которую мы разбираем, это более очевидно, потому что здесь сказано: далее Его Светлость говорит: "Фарфуку тех фарику". Так освободите эти души посредством покаяния. А покаяние идет речь. Только когда речь идет о плохих деяниях, то есть покаяние уместно только в отношении плохих деяний. И поэтому с учетом проповеди, которая может в данном случае быть толкованием этих аятов, можно прийти к этому выводу, что все-таки в данном случае говорится о плохих деяниях, о грехах, об ошибках. То И есть гва... человек является заложником своих плохих деяний. Плохих деяний, потому что заложничество оно само по себе является отрицательным явлением, как мы уже говорили. И здесь возникает вопрос, а почему это отрицательное явление касается и, и хороших деяний? Почему? И поэтому, согласно этой проповеди, здесь сказано, Анна, анфусакум би амаликум, би ваши деяния поистине являются заложниками ваших деяний, так освободите эти души посредством покаяния покайтесь в этих совершенных грехах. Не сказано покайтесь в хороших деяниях. Конечно же, его светлость не может сказать, что покайтесь в хороших деяниях. Речь не об этом. Когда речь идет о эстерфаре, о прощении, о покаянии перед Богом, то речь идет о плохих деяниях. Поэтому, согласно проповеди, которая может быть толкованием аятов, можем именно так понимать и а я-то тоже. Да, такой, но опять-таки я говорю, что какого-то ясного ответа из слов ученых из других преданий я не вывел. Поэтому эти два предположения у меня имеются. Я как бы не склоняюсь ни к тому, ни к другому. Я думаю, что здесь, в данном случае, есть необходимость более тщательном исследовании данного вопроса, что мной совершенно не было. И еще один вопрос, на который хотела хотел бы указать, на мой взгляд, очень важный. Мы говорим, когда речь идет о рахнику, то есть мы говорим рахен, мы говорим о том, что человек берет что-либо и оставляет взамен что-либо. То есть оставляет какой-то залог. Обратите внимание, здесь в данном случае, если говорить о плохих деяниях, то есть если принимать второе толкование, именно то, что говоря ваши деяния являются заложниками ваших деяний, мы будем толковать деяния именно как плохие деяния, а не хорошие деяния. В данном случае... С учетом того, какой, какой смысл имеет Рахн, Маргуна, Рахина, Рахин, какой смысл это слово имеет, мы и даем следующее толкование. Мы говорим, что человек, совершая плохие деяния, получает что-либо, потому что в рахне он, есть уже этот смысл, то есть получение чего-либо. Человек что-либо получает. Что он получает? Получает, например, наслаждение, временное наслаждение. Ну, например, не дай Бог, человек совершит ужасное преступление под названием прелюбодеяние это ужасный поступок омерзительный поступок прелюбодеяние совершит получает определенное наслаждение определенную можно сказать пользу временную какую-то получает как в рахне когда человек оставляет залог ну, например оставляет залог свой дом взамен получает например определенную сумму денег которую он должен вернуть и, и, и обратно получить свой, свой собственный дом например так он здесь получает наслаждение, как тот человек, который, заложив дом, получил деньги, определенную сумму денег. Но там он остав... оставил дом. Что он здесь оставляет? Вот в чем основной вопрос. Здесь он оставляет, получив это временное наслаждение, обратите внимание, он оставляет самого себя, свою душу. И это то, что мы можем понять из этой проповеди. Его светлость говорит: «Анна анфусакум би амаликум ваши души являются заложниками. То есть ваши души находятся в залоге. В залоге взамен на те деяния, которые вы совершаете. И если мы толкуем эти деяния как плохие, то мы говорим, что так как человек совершает грех, он как как правило чего-либо преследует, какую-либо цель хочет получить что-либо за это деяние. В противном случае грехи никто не, не захотел совершать. То есть если бы человек не получал бы наслаждений, какую-то пользу, какую-то временную, абсолютно пользу от греха, то ни один человек не согласился бы совершить грех. Потому что, как правило, это деяние, которое противны человеческой природе. И без, без какой-либо тяги, притяжения к этим деяниям, человек эти, эти деяния совершить не может. И поэтому, совершая эти деяния, человек получает определенное что-то, пользу какую-то. Может даже какую-то иллюзорную, какую-то иллюзорную пользу, иллюзорное наслаждение, но все равно он считает, что получает это, а взамен оставляет душу, оставляет самого себя. Понимаете, я хочу дать понять, что насколько это страшно, насколько это. Как большая это цена за. за Какая-то большая цена за вот это вот небольшое и короткое наслаждение. Потому что человек, обратите внимание, когда человек оставляет дом, он испытывает мучение. Это его мучает, это его причиняет ему страдания, причиняет ему боль, что он вынужден оставить свой дом в залоге. А дом это что-то временное, которое можно заменить другим домом, это можно получить, в общем-то, заработать повторно. Да и вообще можно и без дома обойтись, обратите внимание. Можно и без дома обратиться. Конечно, будет тяжело, но не смертельно это, не так страшно. А как же, когда сам человек является заложником? Обратите, вот, например, в качестве примера, чтобы понять не было, с чем это можно сравнить, человек, который является рабом, или и другой человек, который является свободным. Кто согласился бы стать на всю жизнь рабом чем-либо? Какого-либо другого человека, который имел бы право над ним использовать его труд и унижать его, избивать его и, и кормить чем захочет, ради того, чтобы немножко на 5 минут или на 10 минут, или же на целый день, или же на месяц получить наслаждение. Кто на это согласился бы? А рабство, ведь если мы говорим о рабстве в земной жизни, то это рабство на 50 лет, на 60 лет. Тоже временное? То временное рабство. А в данном случае речь идет о вечности. Человек оставляет себе залог на вечность. Взамен, ради каких-то э, очень э, мимолетных наслаждений. Но здесь возникает вопрос. Разве есть люди, которые не совершали плохие деяния? Нет. Их очень мало. Большинство из нас Совершенно совершает ошибки. И так что, мы обречены... Нет, здесь его с пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва как раз и указывает, нужно цепляться за покаяние и каяться перед Богом, просить прощения у него. И таким образом освобождаться от этого заложничества. Освобождаться и освобождать свои души. Кстати, по этой теме я вспомнил хадис этого салам, в котором говорится, что грех, который вы совершаете, от него получено сложение, но оно будет временным, а сам грех, он остается вечным. Да, то есть результаты, последствия этих грехов, они, Вечные. конечно, если человек не покаяться и не попросит Бога простить его и скрыть это деяние, то есть то, что называется мар, истерфар, если человек не получит от Бога магфира, прощения, которые, как мы уже говорили многократно, сопровождаются с покрытием. Это, то есть, это не просто прощение, это прощение, сопровождающееся сокрытием этих деяний. Если человек не покаяется, результаты будут вечными, и вечно будут причинять ему страдания. Совершенно верно, уважаемый Шейх Спасибо большое за полезную информацию. наша передача подошла к концу, мы вынуждены попрощаться. Ассаламу алейкум. Алейкум ассаламу Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Мы с вами прощаемся до следующих передач. Ассаламу алейкум, а Рахматуллах.